Привет, с вами Юлия. Сегодня в ProNews ты увидишь. Рэпер Гуф прилетел в наши края вместе с группой «Центр». Ребята из «Аккорда» теперь только двое, но они уже могут похвастаться новым стилем и новым видеоклипом. Серж Кузенков стал отцом прекрасной доченьки Дарьи. Кателин Жусан, наша мегазвездочка, покоряющая румынский шоу-биз, выпустила новый видеоклип. После рекламы увидишь разборки мафии под руководством Александра Пряникова, модератора Муз-ТВ «Россия». Далее узнаешь, чем занимается в свой день рождения саксофонист из группы Sunstroke Project и над чем работает Арсений. В рубрике «Клубок» для тебя Наташа Гордиенко в школьной форме и за диджейским пультом. И на финал диджейка из Амстердама в клубе «Мишель». Ice Ice Baby. Думаю, практически каждый из вас, мои дорогие, знает эту песню известного российского рэпера Гуфа, который в прошлый уикенд выступил в Кишиневе и прочел свои знаменитые строки. К тому же удивил нас скромностью, не свойственной исполнителям данного музыкального жанра. На прошлой неделе в Кишиневе выступал рэпер из России Гуф. И если вам строчки «Моя бабушка читает газету жизни», «Ice Ice Baby, я буду тебя любить, даже когда я буду на небе», ни о чем не говорят, то вот краткая справка. Алексей Сергеевич Долматов, более известный как Гуф, популярный российский рэпер, бывший участник группы «Центр», создатель лейбла ZM Nation, обладатель премии MTV Russian Music Awards. Конечно же, мы не могли пропустить такое важное событие. И кроме того, что побывали на концерте Гуфа, еще и поболтали с ним о том о сём. Мы ожидали рэперского пафоса и крутизны, но, как оказалось, Леша не из тех людей. И его можно назвать даже скромнягой. Судите сами. Отлично, отлично вообще все. Было очень все нормально. Есть отличия между кишиневской публикой и московской? Ну, есть, наверное, какие-то отличия. Но мы в первый раз вообще в Молдове и в Кишиневе в первый раз. Ну, открытое выступление на улице. И хорошо. Не замерз под конец, видимо, совсем холодно стало. Нормально, очень понравилось, как встречали и вообще реакция народа. Насколько нам известно, Гуфа всегда на всех концертах сопровождает его жена. Интересно, как она относится к рэпу? Раскрой мне, пожалуйста, секрет, что мне подсыпать своему любимому, чтобы он мне тоже написал такую песню, я про Ice Baby. Не надо ничего подсыпать. Точно. Да, я понял, да, от души. Скажи, а твоя любимая, она слушает твою музыку? Не. Так? Нет, но и там что-то она пытается что-то там спеть какую-то из моих песен наизусть. Это очень так смешно выглядит. Она вообще не помнит, не знакома с творчеством вообще с моим. А нет планов? Ну, хорошо, наверное, я думаю. Нет планов вместе что-нибудь? Не, ни в коем случае, не надо. Нет. Она другой стиль предпочитает? Она вообще, ну, абсолютно равнодушна к музыке и сама ничего не слушает практически из музыки. Это хорошо, потому что если, мне кажется, у меня была бы там творческая жена, то это сложно было бы как-то. Да, да. Слушай, а как ты относишься к подражанию? Тебе очень многие подражают, ну, в Молдове однозначно. Стал в последнее время замечать, да, что появляются с похожей читкой персонажи. Ну, это, я не знаю, ну... как по-разному я отношусь к этому. Вроде бы и приятно, что люди там копируют, а с другой стороны, ну, ничего хорошего в этом нет. Ну ничего, вот выучишь румынский язык и будешь еще чем-то отличаться. Кстати, хоть несколько слов знаешь на румынском языке? Выучил румынский язык, что-нибудь знаешь на румынском? Entrum nuntrum. Ну, типа, заходи вовнутрь, как будет сказать? Entrum nuntrum. Нет, я какие-то знал слова. У меня есть друг, он румын, ну, в Москве, и он меня пытался научить каким-то словам румынским. И в заключение, на радость всем фанатам, последние новости из творческой жизни Гуфа. Совместный альбом с Бастой выходит у нас в конце сентября, в начале октября. Баста Гуф начал писать третий сольный альбом. Ну, снимаем клипы, пока так вот в рэпе, я думаю, в ближайшие пару лет точно буду в рэпе. Что нам ждать тебя в следующий раз вместе с Бастой? Если позовут, мы с удовольствием приедем. Если вдруг задумал что-то суетить, и тут не шепнут эти трамвайные пути, о том ли мы пути, и стоит ли туда идти, и смогут ли эти люди, пусть не дойти до сути, но хотя бы вникнуть в то, что хотим донести. Саут, Йосунгуф, привет с Муз-ТВ Молдова.